Ну, опять начинаем. Делай, делай, ты просто да, не делал, молча. Да, все, снимаем, снимаю. Не надо акцентов никаких делать, все. Так, нам надо, во-первых, жалюзи надо снять, или как? В общем, проблема здесь с петлей. Она вон. Как показать-то? Ну, короче, петля болтается. Сейчас снимем створку и будет видно. Надо петлю заменить нижнюю. Сняли. Видно, да? Что с петлей? Может, мы просто ее прикрутим обратно? Я считаю. Надо делать так, чтобы больше не было к нам вопросов. Да? Я как бы за деньги все равно не стирать сниму. Угу. Но если она разболталась, по-моему, уже все. Да, реально. Логично? Да. Может, конечно, саморезная петля, но, по-моему, это не на чёрт. Это вообще какая-то... Да, это вообще по металлу какие-то. Так. Ну что ты делаешь, что ты живешь? Теперь вы понимаете, почему ему нужна камера? Потому что он пришел, свиньячий, представляете, человек на саморез наступит ногой. Голенькой. Так, ладно, пытаемся сейчас. Пытаемся просто сейчас удлинить саморез. Будет держать, не будет. Если не будет, значит будем менять петлю. О! Затянуло. Сушка вон длиннее, мне кажется. Миша молчит, ничего не комментирует. Чуть-чуть подлиннее. Ну, по-моему, мы нехорошее дело. Почему? Надо заменить, все нормально, все. Все? Все, петля стоит жестко. И... Сейчас скажем. Ну, просто закрепили ее. И все. Да? Вешаем. Все, створку навесили. Отлично. Все жестко. Тут все поджимается. Ну тут опять же лайфхаки. До нас тут приходил. Ну шлегель понятно, да, на створке стоит. Но еще и на раме шлегель. Он уже, он, кстати, вот вода из него течет. Ну и вот лайфхак. Ну, кстати, да, давай покажи, почему нельзя шлегель ставить. Да это я уже 100 раз показывал. Да. Да. Ну он дырявится снизу. Ну вот лайфхак нормальный, да, то есть вот надкидная ответка. Какая тут опять шляпа сверху. Все, уходим. Идем дальше. Следующее окно у нас тут Зигения Титан. Вот строго закрыто. Слышно звук? Я ничего не делаю, вот моя рука. Вот, подношу. Свистит. Сверху. Сверху как будто бы тоже. Ага, она провисла очень жестко. Так, ладно, теперь мы можем открыть ее. Стоит Зигения. Тут самореза почему-то нет. Это все болтается. А че это как соединено-то? Удлинитель как соединен. Плохо. Видел? Некачественно. Зато здесь вот качественное соединение. Жестко. Почему у нас здесь тогда продувается? А, тут опять... Видел, что самореза нет, да? Удлинитель держится, тут палец, походу, его. Не палец, да. А тут они ошиблись в своих расчетах. И допустили критическую ошибку, непоправимую. Ну, не зажимает. Ну, хотя все работает. Ну-ка, ручку потрогай. Не, ну, он уголек маленько ходит. Вот, а дует-то почему? Да нет, а что? Че? Ну, вот. Все, ну надо сейчас просто закрепить. И здесь почему дуло? Потому что тут ничего нет, естественно, будет дуть. Так, а почему же тогда... Странно. Так, что-то не закрывается. О, закрылась. Ну да, ее надо двинуть чуть-чуть, она слишком низко. Хотя тут створки такие, как будто бы не по 8 заходов, а по 6. Что, снимаем и ремонтируем. Опять же, у нас волшебный есть съемничек. Мы аккуратненько засовываем. И вытаскиваем. Оп, все вытащили штифт. В секунду. Гениальное просто изобретение. Видение. Не то, что Мака со своим ротом. Меняем уплотнитель и ремонтируем фурнитуру. Ну что, мы ее штапики сняли. Ну, если кто понимает, да, то есть вот это низ. Рихтовка. Вот здесь зачем она нужна? Стеклопакет максимально большой для такой створки. Как бы его манипуляции проводить будет очень довольно-таки тяжело с ним. Места, потому что мало. Давай мы тебя будем звать Однорукий. Однорукий? Однорукий хрен? Почему я хотел сказать? Почему? Сушка, ну да, кстати, мы продолжаем собирать на камеру. На экшн-камеру.
Значит, у нас кто? У нас Евгений прислал нам копеечку. И еще прислал копеечку. Вот от Росиха. Росих Х. Спасибо тоже ему большое. У нас уже 2100 рублей. Миш, ты мне еще не прислал? Ну? Люди, одумайтесь, что вы делаете? Ну что, я на руки. Тем более левый, я даже не левша, а делаю себе левой рукой. Хотите, если у вас есть лишние деньги, хотите делать доброе дело, есть такое дело, как собирать подарки детям, например, на Донбассе. Дети там ни в чем не виноваты, те хотят Новый год. Найдите свою благотворительную организацию. Так, политику не надо мне свой. Это не политика, это Новый год, это дети. Это не политика. Есть фонды. Это благотворительность. Фонды, да? Есть. И вот фонды — это люди, люди — это вы, запомните. Все. Государство — это вы. Вот. Мы про окна, а не про Донбасс. Да, так вот, так про окна, а какого фига ты с людей деньги собираешь про так, окна? Так чтоб снимать про окна. Так снимай про окна, люди тут при чем? Хочется все показать. Так показывай. Хочется все показать, но я вынужден отключать свой телефон. Все, ладно, короче, не будем эту тему развивать. Все, давайте, короче, собираем мы. У нас уже 200. Дети. Осталось чуть-чуть, еще десяточку надо насобирать, каждый там по соточке, по 200. Подарочек всего стоит там 250. Все, неважно, это неважно. Вы можете сколько перечислить. Все, значит, мы отсюда убрали и положили ее вот сюда. У нас сейчас только поднялась. Сейчас мы ее навесим, и будет это очень сильно заметно. Кстати, опять же, косяки, да, кто так собирает? Петля, во-первых, криво стоит, и во-вторых, тут нет одного сапога. Почему? Непонятно. Они как будто на глаз ее делали. Вот так, боком петля. Так, ну что, мы ее навесили. Смотрим, как она поднялась. Он упирается в ответке жестко. Здесь нормально, сейчас мы не... Она у нас как бы стала прямоугольной, но в то же время надо ее маленько опустить, потому что здесь уже мало. Вот это место упирается, то есть она слишком высоко стала. Сейчас мы ее опустим. И она будет прямоугольная, но в то же время ответку тут надо прикрутить одну. На 5 миллиметров выше, в общем-то она. Че знает? Так, ну что, мы сделали? Мы раскрутили этот удлинитель. Удлинитель вот этот раскрепили. Тут сейчас все жестко. И распределили его по длине. То есть здесь чуть-чуть приподняли в этом месте. Вот видно еще зазор, да? И здесь у нас сейчас все жестко стало. Перекрутили уголок. О, отлично. Оп. Все закрывается. Сейчас ответку сюда еще поставим. Ну, по высоте вот она поднялась у нас. Перекрывается. Я говорю, то, что створка очень маленькая для такого проема. Как бы хочется, чтобы она была чуть побольше. Сейчас сюда еще положим рихтовочку и ответочку поставим. Да. Так, у нас следующий. Ножницы можно заглушить. Да. Я буду ее когда вскрыть. Да. Ножницы в поворот. Да. У нас останется тут, мы сделаем. Тут да. Поворотный замок. Тут лежат, и здесь будет вот эти. Сейчас работаем, звонят из другой гостиницы. Говорят, редуктор сломался, и ручка крутится, а створка в откинутом. А там номер, живут. Ну, тоже в гостинице работают. И другая гостиница еще. Хочу сказать, здесь роты кто-то поставил, да? А, смотрите, роты уже по делу поставлены. Значит, два прижима средних запоров с стороны петли. Тут тоже. Так, раз, это два. Ох, ничего себе. Прям раму трясет от ветра. Ну, как бы все по делу, рота стоит. Работает мягонько. А, противовзломная штука, но ответки под нее да. Почему-то нет. Можешь подкручивать ее? Что за звук такой? Да, сейчас подкрутим. Пару оборотиков. Может, она снизу маленько цепляла? Это видно вот по этому следу. Ну все, сейчас накидываем, ставим, да? Будем смотреть, как будет работать. Смазать. А, обязательно смазать надо, да. Спрашивали вчера, что за используем уплотнитель. Ой, то есть уплотнитель, увлажнитель. Смазка. Да, смазка. Галимая смазка, такой не используйте. В общем, удобно любую вообще смазку для механических. Ну, для буров вот мы используем, потому что у них носик есть. Но вот я вчера купил Метаба, а носика не было, но мы вышли, применив замечательный лайфхак, накрутив на него носик от жидкого пластика. Хреновая, она выдавливается очень. Нет, густая. Ну просто да, она очень густая, но... Литоус и ледол, но с носиком. Ну там просто дырка большая. Ну все, смазываем, как обычно. Здесь вот губки-то не смазал совсем. Губки смажь. Которые места вот эти работают. Да, да, да. Да, потом будет капать смазка твоя. Ну и вот сейчас ставим, посмотрим. Замечательный анкер, который ничего не держит. Ну и вот такие вот у них рама, то есть какая-то там обычная 60-я. Плюс вот такая нахлобучка.
кто знает. Ну, для того, чтобы, очевидно, поставить более толстый стеклопакет. Хотя в створке такого нету. Створка обычная, прямая. И профиль какой-то пятикамерный. А здесь вот сделано интересно, конечно. Ну, и посты, конечно, промазываем, потому что они расходятся сверху, снизу. Все стандартно. Все стандартно, да. Ставим. Ну, вот, подкрутили, все сейчас замечательно. Тишина. Тут все поджимает. Кидывается тоже замечательно. Олег. Да. Ну, ответки более-менее стоят ровно. Сейчас ответка. Все-таки какие-то люди тут более сообразительные. Ну, работаем, ты говори, мы сами звоним. По поводу... Нет. Левой рукой все. Да. Все. Бомба. Блин, вот отсюда дует, конечно. Yes. Вот из этого места примыкание. Так, вот давай так сразу, да, не говори никогда, тоже всем получится, ладно? Ну, ладно. Все, ладно, да, параллельно работаем. Я понял. Нет, ну ты, в принципе, все правильно делаешь. Просто я говорю, я даже еще не видел фото. Я тогда наговорил Сашиных слов, а Саша иногда такого может наговорить. Да, меня. Нет. Тихо, выстит. Ну, у тебя есть видео с Гордеевки? Фото, Гордеевка, есть все это? Что за Гордеевка? Ну, Дим, да, в любом случае, давай сам съезди тоже, посмотри, сделай нормальное видео фотки, потому что Сашка все на отъебись опять сделал. Спрашивает, почему мы перешли на замечательную сторону, которая вверх на АКУ. Подписчик попросил показать другую сторону, что там на другой стороне, какой вид. На Гагарина, говорит, ему интересно смотреть. На Гагарина он видел, Гагарин, а вот эту сторону он не видел. А я сказал, что тут ничего не видно. Я надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь попросит, чтобы ты себе что-нибудь куда-нибудь засунул. И ты так. Такой с радостью. Все, ну, то же самое. Короче, меняем створку. Меняем резинки, смазываем, регулируем. Тут более-менее, кстати, нормально по этой створке. Маленько поддувает, конечно, из-за того, что старый уплотнитель. Вот здесь, кстати, все замазано силиконом. Это очень качественно. Так, очередное окно сделали. И как ветер дует. Все, идем. Из номера. Сейчас нам придется отъехать в другую гостиницу. Потому что там, говорит, вообще спасу нету. Надо срочно приезжать, делать. Мы, кстати, дошли до конца коридора. Вот эту всю сторону мы уже сделали. 20 окон. И еще нам вот эту сторону осталось сделать. Так что работа у нас кипит. Я хожу, как он. Пояс у меня такой, блин. Килограмм на 15. Вот. Работа идет. Уже вон сколько резины заменили. Все, резина. Ручки, резинки, фурнитура. Сегодня приедем, будем дальше работать. Ну, на этом, наверное, вторая часть этого видео закончим мы снимать. Все, всем пока. Напоминаю, не скупитесь на поддержку. Надо все-таки на камеру накопить, а то уже два человека прислало. Надо хотя бы еще. Что, у нас 10 тысяч подписчиков практически. Я думаю, найдем, наберем и десяточку-то. Ну вот, на вас надеюсь. Все, ладно, всем пока. Подписки, лайки, куда знаете. И на телегу подписывайтесь. Там мы делимся так секретиками. Кто-то меня спрашивает про бизнес, про то, про все. Как бы делюсь, ничего не скрываю. Но это, на этом надо в телегу подписаться. Это в профиль ссылочка. Все, ладно, я пошел.